И снова здравствуйте, дамы и господа. Продолжаем наши тренинги по мануальной терапии. И в конкретном случае мы изучаем мануальный массаж. Тот самый, который подготавливает тело человека к дальнейшим мануальным манипуляциям. К травмам, хрустам, там, ну, те, кто понимают, те знают. Смотрите, небольшой нюансик в работе. Если пациент лег как-то неправильно, да, то покажите свой профессионализм и даже не спрашивайте у него там, что и как, да, просто подойдите, вот бывает, ноги неправильно положат, да, поправьте, подтяните его, скажите, вот давайте я вас поровнее лягу. Некоторые там, как ты говоришь, колено даже как-то вот так, кладут одну ногу вот так вот, с переполненным брюхом ложатся, у них аж таз бывает заваленный, да. Вот не стесняйтесь, прям берете, вы кладете так, как вам нужно для работы, это вы работаете, вы профессионал. Повернули таз, положили вот так ровно, симметрично, чтобы желательно относительно оси стола ось тела человека тоже была параллельно, в компланарной плоскости лежала. Если вам надо вот эту руку убрать, да, вы ее берете, смело убираете. Говорите, голову положу в мою сторону, эту руку оставляем так, не трогая ее. Некоторые берут там, все равно, сказал это им, да, они все равно берут, руку вот так вот кладут, и еще и лоб сверху, я говорю, не-не-не, подожди, дружок, давай сначала вот так вот, потом я тебе скажу, как надо перелечь. Вот, я уже говорил, почему мы такую позу применяем, да, потому что мы работаем с противоположной стороной тела человека, а эта рука нам не должна мешать, потому что мы двигаемся все время здесь, да, но с противоположной стороны нам надо оставлять рабочую поверхность, более расслабленную и более раскрытые вот эти вот мышцы. Далее раскрываем простынь и желательно потренироваться и делать это одним взмахом. Ну вот, например, сейчас у меня просто сложено вдвое. Если нам надо еще ее больше разложить. Взмах, большая подсечка и одним легким движением накрывается полностью человек. Ту часть, которую нам нужно оголить, ну, в данном случае мы со спиной работаем, да, мы бережем его одежду, подворачиваем свою простынь под нее, чтобы, не дай бог, не испачкать маслом нижнее белье наших пациентов, еще, может, жалобы будут или еще что-то. Ну, вот такая легкая забота, это всегда плюсик к нам в карму массажиста. А пациент на подкорку все записывает, там здесь вот так, здесь так, и это очень большое отличие, наше как бы вот такое внимательное положение по сравнению с другими специалистами. То есть клиенты становятся к вам лояльнее и относятся к вам более, ну, в общем, чаще будут к вам ходить, регулярнее. Еще я для этого использую вот небольшой тоже плюсик в карму, когда я накрываю простынью. Сейчас просто продемонстрировать негде. Ну, давайте просто покажу. То есть я просто подогреваю обычно на специальном калорифере и укрываю его горящей простынью. Особенно те, кто пришли с улицы, они такие прям, о, кайф. И это и происходит первый контакт. Видите, уже первое, да, плюсик он в вашу пользу сказал. Далее такой момент, как вот верблюжья шкура. Вот я прям через горячую простынь его уже так подбиваю, такие быстрые массажные движения. Очень приятно, когда вы делаете движение вокруг талии, вокруг ягодиц, по стопам, вот это горячее полотенце, да. Закрываете обязательно его ножки, особенно для женщин это важно, у них часто они стынут. Тем, закрыли так, чтобы подвернули простынь там, да. И еще надо переговаривать. Они такие, о, какая хорошая простыня у вас. Я ему говорю, ну это специально для VIP-клиентов, для особо приглашенных, важных гостей. Они такие, да-да-да, спасибо, спасибо. Вот, это вот такие вот лайфхаки сейчас всякие даю. Ловите их, мотайте на ус и используйте в своей работе, потому что больше повторяться не буду. Соответственно, масло желательно тоже немножко подогреть, но если оно не подогрето, его можно расселить в руках, при этом добавляя масло столько, чтобы оно ни в коем случае не капало на пациента. Понимаете? Сначала растираем его в руках и потом наносим на тело человека столько масла, сколько нам нужно. Если мы чувствуем, что, например,
масла нам не хватило, да, можем дополнительно налить на тыльную сторону ладони и как бы оставить тут про запас. Когда вот проработали человека, да, растерли, вдруг чувствуем, что масла не хватает, да, ну в каком-то отделе мы забыли, например, на шейном отделе. Так вот отсюда вот его как раз и снимите. Опа. И у вас дополнительно хватает масла. Это полезно в целях эргономики, чтобы лишний раз вы не бегали за флакончиком. Он может стоять у вас в той стороне комнаты где-то, да, или не в том месте, где вы массируете. Да? То есть заранее вы эту ситуацию предусмотрели. Кроме того, я всегда растягиваю масло еще и на локте заранее. И опять вот буквально пару капель, чтобы, не дай бог, на него не накапать. Есть другие виды массажей, там эротические, например, там специально масло капают тоненькой струйкой такой, или вот всякие аюрведические техники, когда постоянно во время массажа масло льется на макушку человека и так омывает его. Но это не наши техники, да, не в данной работе они нам нужны. Вот, потому что локти нам в работе сейчас тоже пригодятся, следующую технику мы будем с ними рассматривать. И первичные движения мы делаем, как бы и размазывая масло, да, и человеку даем понять, что вот идет такое вот мягкое разминание пока до начала жестких техник. И еще вот я пока говорю, если вы заметили, я постоянно руки держу на человеке, да, так слегка его покачиваю, успокаиваю бдительность его подсознания. Я в предыдущем ролике про это уже говорил, да, что первый контакт все-таки идет просто тактильный. Вы даже еще ничего не делаете. Но многие говорят, ну массаж уже так долго надо учиться, это медобразование надо. По сути, вот, люди не понимают, что даже просто возложение какой-то руки на любое больное место, это уже идет лечебный эффект. То есть уже с этого уже началась практика, понимаете? Чуть-чуть какие-то такие массирующие движения, уже идет пользу человеку. Так что массажу научиться у нас просто, быстро, легко, эффективно, дешево, доступно. И если вы к нам не приходите на тренинг, то зря вы это делаете. Вы много-много теряете. А так можете всего лишь за несколько дней обрести новую профессию. Олег Алавгудвин, это я, вас всему научит. До новых встреч, друзья.